Сегодня 20 мая 2017 года. Мы на пасеке Василия Яковлевича Приятельника. Сегодня тут переместили один рой. Вот там немножко что-то зол осталось. Надо еще чуть-чуть подработать. Маленький клуб маленький. То ли там матка осталась, то ли что-то они там капельку собираются. Вроде все остальные собрались в улейку. Может быть, там остался запах. Может, все-таки матка, да? Не сетрут. Нет, это вот трут не поймаю. Там темновато. Да, это лось. Ну, росинки их там. А, вы уже там их потрясли в мешок. Это, в ведро. Сейчас обработаете и в ведро труханете. Ну вот, конец мая, начало июня, такое беспокойное дело. Пчелки иногда собираются в раи. Надо контролировать ситуацию. Такой естественный процесс. Бывает быстро. Небольшая кубка, сейчас можно. Вот это мы. О, ей, она. Я, the queen is on the upper side. Yeah. Может, тут накрыть пластик. Окей, just running down. Побежала вниз вроде бы. The queen did go into the back. Yeah, just now. Just now we got it. Сейчас мы ее как раз, наверное, стрясли. С этим маленькой купочкой этой была. И она вниз уже побежала. А, ну все остальные, чтобы собрались чуть-чуть. Just young queen. Just young queen. He hasn't made it yet. This is second. Whoops. This is the second swarm. Yes, then, that's right. Yes, she has not made it yet. Sure, they're running a little bit on the top and then just... We're running down. Probably it's better to keep it a little bit open to collect others. Yes. Because if we are just coming out. Come out and they're collecting up there and then on the branch. Yeah. Usually we are coming all together and quiet and becoming quiet. Completely. Last time we came inside. And behind we came very quiet. No one around. Отлично. Загнали, так что вовремя заметили ее как раз. Они еще были в таком. Она может и удрать. Мне кажется, сейчас удрала. It seems so just one of this queen just escaped again. Mm. Oh, who knows, who knows. She escaped again, so she will be sitting here again. We will see it.